Но он хотел бы в гильдию. С кем мы поговорить об этом? Да, маг. Хорошо. Да, здесь. Окей. Ну да, я понимаю. Что-то я волнуюсь. Да. Возьми этот самый его тоже в гильдию. Я не знаю, конечно, я боюсь. Сейчас на синдром первого. Чего, убили синдром, нет? Мне кажется, сейчас лаза какая-то будет, но ладно. Я увидела. Мне уже страшно. Так, я принимаю 7 из 13, да? А поставьте почту, пожалуйста, кто может. Поставьте почту, пожалуйста. Да нет почты? Ну тогда займите меня сопрот, я вам отдам после рейда. Торговый. Ну, Враск сказал тебе, что отойдет на 5 минут. Да, но это что не было. Враск-то тут стоит.
Так он в инсте стоит уже. Я подошел, думал, это Зумон был, блядь. Я даже не прочел ничего. Если что-то не так, Слава, я тебя буду обвинять, согласен? А чё это? Чё-чё? Мне, блядь, минут 10 надо еще. Человеку плохо стало, мне надо помочь, я не могу. Заебись. А ты за приход ты не продавал? Там вон чипсы есть, был, по крайней мере. Да, 100%, если он на БГ. Квест у всех взят. Надо бы ее просто убить. Ну понятно, что ее просто убить. Ну, квест. 700 АД, багрух, вся хуйня. А там квест стоит наверху или пропал? Да, стоит. Он должен стоять. Сейчас же они не пропадают. Сейчас он... Такой квест есть, он все, всю неделю, короче, будет. Пойду бегаю, чё. Мне бы АД пригодилось. Я еще, кстати, могу вам предложить, у меня, кто хочет, если соберемся, у меня есть это, КД-10 обычек, там, это, Синдра Лич, можно ходить, это, Синдру убить 10 обычек, тоже еще один квест сделал. Обычка что есть? Ну, у меня, короче, КД есть, ЦЛК 10 топ, там Синдра и Лич живые, понял? То есть можно сходить сразу там Синдру, сделать квест еще в десятке. Десятки другие квесты. Тот же самый квест в десятке. Сейчас тот же висит. И где вендор? Что за обман? Что, пропал уже? Да, конечно, нет. Так он в пати сидит, в шестой группе. Слава, ты чё? Доброе утро. Да.
Я вчера вообще говорил после РТ, что я или опоздаю, или меня вообще не будет. Ну, почему-то Вага слышит об этом, а ты не слушаешь. Очень странно. Там связь, там его нету. Нет. Точно. Нямку успех не делал, все для подсказки. Бьет саппорты либо хилы, либо танки. Саппорты ДД берут. Ех, халява, блядь. Говорю, это не вчерашний рейд, где мы без саппортов были. Ну, ханты, может, и были в саппорте. Вы без саппортов. Нет, без саппортов. Все пьют. Полина, скажи им. Ты про вечерников говоришь, а он про ДВшников говорит. Вы друг другу... А он про вечерников, там были без сопротов, ребят. Правильно жевать, поняла? Да, да, да. Вот он вроде. Вы сюда явились!
Нордскола унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Да, блин, что-то за это. Я сейчас помру. Не успеем. Надо было бы Элла отдавать. Надо кому?
ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Хил. Хил. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Чувствуете, как ледяная ладонь смерти... На тебе, блядка. Захилю тебя, Вархил. Я все сейвы отдам. Три секунды, не разбивать, дайте скинуть. Ясно. Дай скинуть. Стопните дамаг, очень много урона, ребят. Это освобожден. Захил, захил. Танк, прохилки, я сдохну сейчас. Удел смертных. Хильте, хильте, хильте. Да нечем хильте. Не, висел, по-моему, я разбил. Я немного не рассчитал, да. Встаем, бежим. Ну... Я назад побегал. Там постоянно кто-то стоял. Просто без освобожденки постоянно кто-то стоял. У меня 300 с лишним урона. Я показываю, да? Вы чё, блядь? Это кто сделал? Никто он, все тут вроде. Ты серьезно, что ли? Ты посмотри, где я стою. Ну ты вот прям все косяки мира. Я вообще игру свернула. Ну ты вот вообще офигел сейчас. А вон он кого-то убил там. Вон там панк валяется. Или... А, нерм. Когорта. Дамаск, КД. Или нет? А.
Да, мы здесь поднялись с Айзиком. Я думаю, что это мы. Да, мы здесь. Да там телепорт же есть. Не, хотя логово уже... синдром. Ну мы-то уже здесь остали. Там мы села стоим. Как мы подохнем? Мы можем. Допустите синдру, да и все, блин. Ну. Чем могу быть полезен? Заебись, захилить. Не могу достать. Чё она там стоять будет? Вот это багнуло. Хуякс на 80 голда, ебать. Тупо просто стоять? Да. Ну я иногда вешаю 2-3 щиточка и просто стою, да. Я вот и тоже 2-3 щиточка навешала, а толку-то, типа, от меня, получается, вообще нету толку. Да. Пизду. Если на тебе освобожденка, то это хай. Но если на тебе ее нет, то это очень хороший сейф порой. Дурацкий ДЦ. Как вы хилите на ДЦ на синдре, хрен его знает. Ну, я набираю по 6 стаков, типа. Но я отхожу далеко ото всех. Тут далеко на балконе не уйдешь. Не, там можно отойти. Вот если у меня радар есть, этот адмираловский, он показывает. Я локом стою, кастую с освобожденкой в стороне, там до рейда не достаю. Ну, это ты в бок, да, Долорус? Да, в бок отхожу. А когда вторая фаза, вот там же нужно скидывать еще магическую, ну, ты можешь отойти, допустим, на левую сторону, куда левую глыбу выносят, и стоять. Глыбу вынесут, она почти перед тобой будет, и ты скинешь стать. Алина, вообще ничего не делай, если на тебя освобожденка. Тупо просто... Я же говорю, три щиточка. На второй фазе тоже ты просто стоишь. Там даже три щиточка кидать нельзя. На второй фазе даже один стак может взорвать нормально половину рейда. Серьезно, не стоит. Это я в курсе. Это в курсе. Я убегала назад, но там стоял народ. Ну, да. Этому не надо. Просто тяжело ДЦ мне очень. Я нет, в курсе, не надо подсказывать. Слава, я не об этом спрашивала. Какие обилки прожимать. Там еще ключевое, чтобы ДД должны стопать, не только скиллы захиливать. Ну, кроме ДК, вот мы ДК-шки зеленки. Войт, а ты играл на роге? Сколько стаков рога забирает за два удара? Хочешь, я стрим включу, посмотришь? Они с автоатак, что рога, что я очень быстро стаки набираю. Побежали?
Сейчас ее надо будет сразу танчить. Танчи ее сразу, она не прилетит. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души. Трепещите, смертные! Смотрите все. Стоп, стоп, стоп. Отойдите от нее. Сейчас чуть с голландский штурвал. На лестнице. Разобью. Был не отдаю. Сейчас 42. 40. Ребят, вторая группа — это танки. Приоритет. 3%. 2. Да успеваю. Так. Вот захильт. Луцинь. Да держу же. Я.
Отбежали, 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 зелень! Я прожалась. Иду. Да. Не ломайте, стоп! Беги! Что, блядь, не видите, что ли? Я не успел. Просто пиздец. Вся вторая фаза в освобожденке простояла. Угу. Песните кто-нибудь, соберите, пожалуйста. Кто-то там кто-нибудь забрал. О, айфрис. Вон. А можем квест попробовать сделать там экспертами? Нет. Не, если кому-то надо шаманов, я дам этот токен. Не, так просто чисто апнуть до 10, все. Ты мне тот отдал, по-моему. Ты мне обычный дал, их ИХМ скидал. Дима, не проще без децеза на Синдре, нет? Ну, не знаю.
Ну я надо Холик, да, вчера с Сережей разговаривали. Холик, типа лучше, да. Я на синтре в ДЦ всегда топ ХПС и хилю там по 6, по 8 лямов. Даже со освобожденкой. У тебя ДЦ одетый. Ну да. У меня щиты прям моментально слетают. Да. Вот, это хуйня идет. Ну, погнали, вернемся. Да, Вась. Плюс, плюс. О, хорош. Без файл. Пока нету. Три, заберите. О, блядь, не бесплатно, да, да. Ягодный? Давай, тут трэш резнулся, мы, короче, выйти. Ну, а мы теперь выйти вдвоем не можем. Есть трэш на лестнице. На репутацию качаю. Боец. Ну да. Ты должен собаки резаться, по идее. Ну и хрен с ними. Чего, короче, опять не доигрываю, да? У меня питомец, скажи, Ростов. Здесь не порядок. Ты вы питомцев не силен. Кому надо твой питомец? Вы охерели, что ли? Питомец, mm-hmm. Блядь. Лучше не охерели. Как его называют? Ягодный? А, да. Ну вот поэтому и не хилю. Зачем на ягодный торт? Да какие питомцы? Там если всех питомцев включать, дайте там струделей. Больше 30 целей хилит. Это 15%. Дайте стол. 15% моего дамага вы проёбываете просто. Нехили моего питомца. Так ты же должен за ним следить. И нет. Сейчас, блядь, на синдре бы хилить твоего питомца, когда рейд, блядь, прости. Я пыталась отшутиться, но я просто отцом согласна. Тут либо людей хилить, у которых упал хп постоянно на второй фазе, либо питомцев хилить. Ну, конечно, профит не питомцев. Амба. Только давай без твоих 1, 2, 3. Нормальный ДБМ пул.
87. Стоп, ДП. На позиционку пошли. Ты ж в курсе, что тебя хилить невозможно? Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Бомба опять. Ваниш. Я бы косарь. Бомба 3. Бомба 3. И бомба. Отойдите. Неожиданно. Отдал. Поднял. Геро. Ты чё? Даю.
вкус как вишенка. Ой, извините. Приказ, приказ. Где он валяет? Все, нашел, нашел. Вот мой диван. Уже забирай. Где, где, где? Иннер просто отсюда. Блин, но человеку убер, ну он. Быстро вы ввели его как. У меня ничего не выйдет. А кто взорвал, блядь, зеленого в красном? Да, это был. Возможно, на Рэдвар пошло. На меня пошло. Вы бейрить не умеете, блядь. Нахуй вы бейрите. Когда человек падает перед меткой, нахуй он не видит свою метку. Осторожно, собак не согни. У меня 100% люди играют, так что класс. Если бы еще собак не согрели. Да вот как бы. А, когда спадали. Шторм, умри. Так что согрел-то ты умер. Умри, умри, да. Шторм... Лови ты собаку, ё-моё. Вот. Да не надо её ловить, один человек, я упал, все, поднимите. Не надо никого ловить. А я думал, он сейчас на рыбу. Так, Валик, Агрим, Валик теперь, да? Чё, кровь жива? Нет, я не помню. От души фармить, как? У силков мало, пробивают щиты сильнее. Алвой, там Вага просит с него снять лутер и опять поставить. Он аддон не включил.
поля, а сколько? Сколько у тебя хосты? 544. Каску и кулак дать. Маловато. Каску, да. Мало, да. Так, этот пул без ГП, надеюсь? Можно летать, нет? Чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Ребята, по дисплеям, пожалуйста, последите. Не могу дисплеить. Послужит доказательством моей безграничной мощи. Полина поможет, я по дисплею. Телеграм по дисплею. Будет так. Герои в атаку! Все друг другу помогают. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего. О, погнали. Он здесь только есть. Так подведи. Зона плохо прохиливает. Хил? Нет? Что это? Нету. Да. Сфера, РДД, сфера. Сфера, фантом. Да быстрее, сфера. Вынесите луч этот ебучий, блядь, из милизон.
щит один. Подлечал быстрее. Где он бежит? У меня КД. 45 секунд у него. Ром хил. Мелизону прохил, мелизону. Не надо. Не трогай. Трусы! Ранение выражать. Просто отцу залил. Осквернение. Опять. Пиши по таргету. Печенька. Вернение 5 секунд. Каску повару дайте.
Алло, Войд, надо я, нет? Смотрите, как шары. Я не успел, Берн. Окей. Побежали. Дайте рибал по ним. Кто? Ты по ним дал? Дал. Ай. Ирон, ты не доспадник. Склонение опять. Похилить. Я там продавал уже на этом. Рогу. 5 секунд осквернения. Осквернение, тихо, осквернение. Мать его. Под зубами, Войд, под зубами духов похлопает. Держу, 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 махну. 5 секунд осквернения. Ледяная скорбь жаждет крови. У него нет бабла. Слава, я не сдавала зубы, у меня еще зубы. КД. 20.
держу. Я могу еще раз, как в начале сделать, у меня откатилось Т4. 5 секунд осквернения. Все повисло, нахер, я повис. Берите его. А, ошибка. Добивайте, ошибка выкинула. Вот такой. Сундук никто не трогайте. При сумоне... Молодцы. Там нельзя при сумоне. Ну, хер с ним. Вася, ты после убийства сразу только вылетел. Вот. Ну, меня ошибка выкинула из рейба. Убили или вайп? Убили. Вайп, они врут. С первой попытки. Если вайп, я хочу пати. Забыл, блядь, я ж тебе говорил, человеку плохо, мне скорую пришлось вызывать. Некуда приходить здесь, я получал. Единственное, что могу сказать, то что Далок, по-моему, вообще не предупреждает. Появится он там, не появится, уже давно пришел. Это же не повод давать. Ну, учитывая, что у него 4 Т4, нормально хилил. Ты нашел на ком ХПС мерить? На Синдрагосе или на Лично, когда скидывает? На плетяжке, говорит, не дох. Че пристали, ты игрок с моей старой гильдии, с ним все в порядке. Не лутайте, пожалуйста, дайте. Он будет одеваться не для того, чтобы вечерний рейд уйти. Он ходит в ДВ-рейд, пока у него время позволяет. Так он нет, он не будет в него ходить постоянно. Пока возможность есть, ходит. Пока, блядь, фут не оделся, да? Я понял. И пока он не оделся. Если тебе интересно, общайся с ним сам. Нам нужны просто хилы у ДВ-рейд постоянные. Я все это ищу. Вот вчера из ее желания 227 хули пал. Вам надо, могу взять. А какая ката? Какая ката? Дайте за тебя. Не трогайте, пожалуйста. Не могу. В зоне. В сундуку никто не подходит. В зоне идет бой, не могу зайти. А, зашел. Все, заходи. Зашел. Был так, что перед дартом. Подождите, портанется, он же не тут. Сейчас он добежит. Я не залагал. Не знаю, я не лагаю. Че, на этом все, да? Можно все баланс. Ну... Пошлите на джайну. Посмотрим. Нет, тут резисты надо. Надо резисты собирать. Все на месте. Стоп, не открывайте! Никто не открывает, Айзека нет. Да, когорта закрыли. На следующей неделе уже все. А ему нужно что-то вообще с него? 15. Все, он дошел. Называется чарка на плач плюс 15. О, блядь, два прилива. Нихуя.
Сука, когда два Митриуса упадет? Было. А вчера, вчера падал. Ну это Вечерников? Да. Блять. Хочу два Митриуса. Нахуй тебе два Митриуса. Я буду топ-танк Фрост, ебать. Хочу коня за то, что, блять, собрал рейд, который хотел распуститься на 15 минутах сбора. А под конем. Кто говорил такое, что ты хочешь? Ты чё, Жатен? А под конем не хочу. Да медведаёшь там, говорит, блядь, говорит, распускай нахуй. Хуйня это, говорит, гиблое дело. Не нужен нам шмот, говорит, блядь. Во, у нас хулипалки распределили. Ну, просто до прохода была, что же тема, типа, на час ставить такие, Телеграм, типа, на час, а на час, типа, профитней, на ногу. Тупо 245-ю пуху сразу на бисовую, заеби. Вообще неплохо. ГЦ. Вот видишь, не зря пошла. Че, да. Там ГП еще не дали? Да, Настя, с ГЦ. После начисления ГП дам за лича. Вы подали бы так теренаски, блять, как эти переливы ебаны. Никто не ролит прилив, что ли? Ну он в мейн рейде нужен здесь, походу, одному хулипалу только. Короче, надо байера, надо в рейд забирать. Надо на БГ кто... такой забрал. А кто-кто? Кто второй забрал прилив? Мэнни, что ли? Мэн спек, Норсина, оф спек, народ. Некого тут. Тут кастеров-то нет почти. Мы не халипал, блядь. Все, спустя. Погнали в Нексромас. Пан, уже сколько времени в гильдии? Там надо есть, давайте, не надо. 9к ЕП у него. Что-то много, говорю. Это твин вообще. Ну, у нас тут почти у всех твинки. Ну, хотя на. Я отказался бы от коня, если там пан откажется, блядь. Квест не забудьте сдать, дорогие не погодите. Чё говоришь, пан? Я уже отказался. Тебе он не нужен, что ли? Дай портал, Кирс. Ты, там много людей достойных, достойней. Короче, паролу ты выиграл, а тебе отдай. А ты кому-нибудь, нет, отдам обычки. Обычки нахуй нужны. Пан, ты улетел, что ли? Пойду, да, пойду, улетел, пойду. Давай я ему передал, заебал. Хорош. Блять, хоть какая-то награда, да? Замечательно. Что, уступили? Слава. Ну. Числяю 500 или чё? Сейчас. Награду замечательно. Войт, а у тебя же на Варе есть, да? Да, или нет? На Варе и на ДК есть. Это